Привет, дорогие сплетники, добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон Эс, на этом канале мы пьем очень много кофе, а еще мы очень много сплетничаем. У меня вчера ночью прилетела очень интересная пташка. Такая пташка, которая прилетает очень редко, и я очень всегда благодарен всем, кто прилетает ко мне в директ моего инстаграма. Кто не знает, пташки — это вы, сплетники, которые приносят мне интересную информацию. Всегда оставайтесь анонимными, а мы с огромным удовольствием здесь все это обсудим. Прежде чем перейдем непосредственно к самой сплетне, давайте немножечко поговорим про отношение Ивана Охлобыстина к Кристине Асмус. О, как у меня солнце светит, просто кошмарно. Но, ребят, снимаем как снимаем, по-другому здесь не... Ну что это за детский сад какой? Ох, ладно, не можем дольше ждать, снимаем сплетни. Значит, начнем с того, что в свое время он вступился за Кристину Асмус в контексте ее роли в фильме «Текст». Я Кристиной восхищаюсь, она красивая, человек очень душевный и может помочь по хозяйству. У Кристины весь спектр достоинств. А что касается ее личной половой жизни и съемок в фильме «Текст», я всегда буду ее оправдывать, потому что есть отношения уровня родственник, и я уже никогда не могу объективно к ней относиться. Я «Текст» не смотрел, на всякий случай, говорит, там очень откровенные сцены. И дальше он добавляет: я зову ее звездочка в стальном орешке. Я помню, она сдавала за несколько курсов экзамены и забивалась в угол со своими учебниками. Ее за это ругали. Кристина дико трудолюбива и очень управляема в хорошем плане. И она прекрасная актриса, только ей правильно нужно все объяснять. Так вот прямо, ну прямо, можно сказать, в контексте Охлобыстина драл тельняшку за Кристину Асмус господин Охлобыстин. Напомню, они познакомились во время съемок в сериале «Интерны». И он, значит, написал, что я всегда буду за нее вступаться. Все, что она сделала в «Профессии», это цитата Охлобыстина, она сделала сама, ей никто не помогал. Она не была ничьим протеже и замуж вышла уже звездой. И в разводе ее я не хочу разбираться, не мне судить. Я всегда буду за нее вступаться, она клевая. Так говорит абсолютно невменяемый господин Охлобыстин. Почему Охлобыстин невменяем? Потому что буквально после его речи на Красной площади, когда праздновали захват территории Украины, от него ну, просто сатанины такой серьезный веяло. Ну, вот такой весь вот в этом господин Охлобыстин, православный человек, который кем только не был, и попом, и пропагандистом, и актером, и клоуном. Он, знаете, и нашим, и вашим, и сейчас он прямо туго уперся в ситуацию с Кремлем. И, значит, пишет мне пташка, дорогие мои, ну, там прям... Без всяких шуток, это первое рукопожатие из этой самой компании. Асмус и Охлобыстин спят вместе. И говорят, именно причина, почему, одна из причин, почему Кристина Асмус рассталась с Гариком Харламовым, как раз по той простой причине, что она изменяла ему направо-налево. Мы говорим, она изменяла Харламову. И она в течение 10 лет, то есть она до последнего времени спала с Охлобыстином. Я напомню, начали они не встречаться. Нет, конечно, это были... Ну, как не встречаться? У Охлобыстина жена и там семеро по лавкам. И я когда спросил, а что, ты можешь вообще что-то сказать в отношении жены Охлобыстина? Знала ли она вообще что-то об этой истории? Жена многое проглотила, пишет мне пташка, он называет ее Крися. По фактам могу кое-что сказать по этой причине. Она мне и добавит еще, но сам факт, вот самое важное сейчас, что они в течение 10 лет жили вместе. И дальше была интересная информация. Малков, значит, делал ей, Малков это продюсер, делал предложение Кристине Асмус еще в 2011 году вроде бы это было. И тогда они поехали в Париж, и там как раз вот они и познакомились, во-первых, с Батрутдиновым. У меня всегда были большие вопросы к ориентации Батрутдинова, но, как утверждает пташка, он с женщинами очень даже, да. И, значит, в Париже она была и с Батрутдиновым, и потом Батрутдинов ее и познакомил с Гариком Харламовым. По датам это где-то, наверное, 11-12 год, цитата, потом уже Батрутдинов свёрз с Харламовым, и тот влюбился, но Харламов не знает о том, не знал, по крайней мере, на тот момент, о том, что она спала со столькими из окружения, он был окрылён. Да, добавляет пташка. И потом только все понял, и финал это то, что он узнал про ее роман с Охлобыстиным. И вы знаете, дорогие мои, я никогда не понимал вот эту вот позицию Охлобыстина в отношении
к Кристине Асмус. То есть я не мог понять вот этой вот отеческой любови. То есть человек очень жесткий, человек максимально беспринципный. Прошу прощения за этот цвет, но это, блин, имеем то, что сейчас имеем, и это я просто не могу на себя смотреть. Но вот эта вот отеческая любовь и покрытие всего, и вся с точки зрения Охлобыстина, то есть вы понимаете, да? Охлобыстин тот человек, от которого и за меньшее на самом деле прилетало. А оказывается, там десятилетняя история любви, не любви, вот здесь мы не знаем. Опять же, невозможно иметь те отношения, которые имел Охлобыстин с Кристиной Асмус, не имея вот в этой вот мясорубке однозначные чувства, да. Я не знаю, какие чувства были у Кристины Асмус, но вот как сам Охлобыстин говорил, ну, видимо, он сам себе так говорил, да. Кристина Асмус все сама, все своими тонкими ручками, а ей никто не помогал, и ни через какую постель она не пробилась. Вы знаете, я уверен, кстати, что влюбляющиеся продюсеры, актеры, режиссеры, которые в итоге все равно, да, они проталкивают молодую актрису наверх к вершинам ее карьеры, они, если они влюблены, они наверняка вот самого себя в первую очередь убеждают в том, что нет, там никакой не было вот этой вот скрытой адженды у Кристины Асмус, и она давала, вернее, спала с ним по большой, видимо, любви, или, я не знаю, по большой отеческой любви, да, вспомнить ту же Мэрилин Монро, папа, папочка, каждый второй с причиндалом между ног у нее был папочка. Да, я не знаю, как в данном контексте, какое отношение у Кристины Асмус, но то, что девушка вообще не следит за своими связями, это факт. И, знаете, для меня моментально встало все на свои места, когда ты видишь такое отеческое отношение, любовное отношение, заботливое отношение со стороны Охлобыстина, зверя в человеческой шкуре. И так я его воспринимаю, потому что то, что он несет, это просто невменяемо, знаете, вот край с безумием, да? А здесь такая любовь к Кристине Асмус, оказывается, спали. И мне пташка говорит, вот дай вот эту затравочку, налетит еще огромное количество пташек, которым будет что поделиться о замечательном романе господина Охлобыстина и Кристины Асмус. Ах, вон в какую дыру вмазался все время Харламов, да? А говорили же, нет, вот сейчас он разошелся с ней, бросил ее из-за фильма «Текст». Ну, ради бога. Харламов и фильм «Текст», который прописан сценарно, и все это снято под надзором режиссера. Все было глубже, и вон оно, как было все, оказывается, глубже. Интересно, кто что знает про эту замечательную парочку? Давайте пообщаемся в комментариях. Неимоверно интересно. Ну, конечно, это был эксклюзив. Я личная благодарность всем пташкам, кто присылает нам такие эксклюзивы. Ребят, очень-очень ценим, очень благодарны. Вы всегда останетесь анонимными, а мы с огромным удовольствием пообсуждаем это со всем миром сплетников. Все комментарии открыты. Дорогие сплетницы, дорогие девушки, это обращение лично к вам. Сейчас в это очень сложное время я хочу вас поддержать. Я знаю замечательный канал Роберта. И Роберт уже очень много лет занимается трейдингом. Он много путешествует, покупает дорогие шмотки и имеет огромный инвестиционный портфель. В общем, парень действительно все понимает в трейдинге и все, что с этим связано. Канал Роберта, который я обязательно оставлю в описании, это прекрасная возможность начать обучаться трейдингу и уже в первую неделю достичь результатов. Роберт сказал, неплохое состояние уже многим людям и готов принять к себе в команду новичков. Поэтому не ждите долго, переходите к нему на канал и получайте билет в его команду. Ссылочка будет обязательно в описании. Очень стыдно за Пелагею, которая сидит, которую родители воспитывали петь народные песни, сидит и смотрит на то, как сказку «Золушку» преподносит какая-то там бездарная группа. Я думаю, ты своей дочери такого не пожелала бы. Но ты сидела и даже слова не сказала об этой пошлости. Не ходи туда, на суд нечестивых, не ходите. Я думаю, тебя не так мать воспитывала. Стыдно просто, очень стыдно. Значит, дорогие мои, на днях на Первом канале выходил очередной выпуск 1/8 финала высшей лиги КВН. И там, значит, было выступление команды «Зеленый чемоданчик» из Кузбасса, которые показали свою версию сказки «Золушка». И, значит, участница, которая изображала себя эту самую Золушку, мы не будем здесь вставлять, там и мат, чего там только нету, не будем с копирайтами здесь играться, да. Значит, заявила, что не боятся исполнять супружеский долг, Золушка заявляла при свете. Далее на сцене появлялась
нас мачеха, ее играет мужчина, который поднимает руку и показывает зрителям семейные трусы с цветочным принтом. Безобидная тема, абсолютно безобидная тема. Я не увидел там никаких попраний христианских ценностей. Вообще, что такое христианские ценности? Ребят, не ребятам из России говорить, да, что такое христианские ценности после того, что они устроили ту вахханалию в Украине. Тем не менее, не будем сваливаться в эту тему. А, значит, Вика Цыганова, все вы сейчас слышали, да? Да коли это глумление может продолжаться? Вы показываете эту непотребщину и такое глумление бездарность, вопрошает она. Дальше она высказывает претензии к Пелагее, которой родители воспитывали петь, значит, народные песни, а она вот сидит и потребляет такой вот трэш-контент. И дальше, конечно, Цыганова вопрошает, почему никто не требует ответа с Кости Эрнста, под крылом которого творится вот подобное беззаконие. Помните, в свое время она еще тоже подавала, хотела подать в суд на Елену Ваенгу. Причина стала выступление в программе «Три аккорда» с песней «Золотые купола» Михаила Круга. Цитата того еще времени. Да, увидев тот номер, я кричала: «Лена, ты сошла с ума, что за кошмар?» Не знаю, как она отмоется от этого ужаса. Вы знаете, ребят, смешно мне смотреть на судороги этих православных клоунов. Я считаю, любая религия, это не считаю не я, это в корне каждой религии, это ядро каждой религии, все прощения, любовь и понимание. И самое главное, не суди, и да не судим ты будешь, потому что самое важное, ты должна ценить то, что мир разнообразен, и если есть какое-то вот за подобные действия суд, он будет Божий, не твой, Вика Цыганова, не твой, вот рот закрой по поводу этого, это не твоя работа судить людей, критиковать людей и вопрошать и требовать каких-то рестрикций. Знаете, ужасно, ужасно то, что сейчас происходит. Мне, во-первых, сразу здесь, вот после выступления Вики Цыганова, у меня вопрос, а не копают ли под Костю Эрнста, потому что Костя Эрнст давно перешел миллиону людей огромного количества дорог, да? Хотя сколько уже финальных аккордов в карьере и жизни Кости Эрнста было, а по факту Костя как сидел недвижимой глыбой, так он там и сидел. У меня вопрос в другом. Мне печально смотреть, что цензурщина от непонятных в церкви влюбленных людей, чье ничье дело совсем, лезть в общественность и требовать каких-то рамок. Вы знаете, как больно. Я борец с цензурой. Я считаю, что цензура, она убивает любую возможность дышать и творить, особенно когда дело касается творчества. И Вика Цыганова, серьезно, Вика, ты туда лезешь, в эту клоаку, и пытаешься, осенив себя крестом, пытаешься что-то доказать, пытаешься кому-то там что-то рассказать. Какой же стыд, ребят, какое же это безобразие, когда пытаются навязать вот эти вот непонятные устои, рамки, скрипские рамки. Параллельно, в параллель идет, да, война в Украине, и в то же время посылают на эту самую войну, осеняя крестом и окропляя водой, и, как сказал патриарх Кирилл, если вы отдадите Богу душу там, на поле боя, вам все грехи простятся. Чё? Вообще, вот то выступление патриарха Кирилла ввело меня в ступор и в шок. Интересно послушать ваше мнение по поводу КВН. Мы не будем говорить про тонкий юмор, мы не будем здесь критиками юмора в принципе, да? Мы говорим о прецеденте. Давайте не будем людей сейчас загонять в непонятные вам одним известные рамки и пытаться сказать, что нет, так делать нельзя. За собой смотрите! Фу, блин. Интересно послушать ваше мнение. Давайте пообщаемся в комментариях. Я хочу напомнить, что скоро начинаются праздничные месяцы. Рождество, Новый год, что вы празднуете, это будет все скоро. И сейчас самое время подумать, если у вас небольшой свой маленький бизнес, да? Самое время сейчас подумать о корпоративных подарках или подарках для ваших любимых клиентов. Вот Тартуфи, вы только посмотрите, какие роскошнейшие подарочные наборы. Что там только нет. Итальянский кофе, роскошные продукты с трюфелем, шикарные пасты и специи. Все, что так обрадует абсолютно любого человека. И все это оформлено в роскошные подарочные наборы. Сейчас для корпоративных клиентов и просто для людей, которые хотят закупиться красивыми подарочными наборами, у Тартуфи неимоверные скидки. Обязательно переходите, пишите Тартуфи, я оставлю их рабочий email также. И закупайтесь, потому что цены сейчас просто нереальные. Спасибо Тартуфи за такие супер предложения. Да, дорогие мои, Алла Борисовна уехала в Израиль, обсуждали мы это буквально в нашем одном из последних видео, и продают они свой замок, то есть все, рвут все
концы с Россией, потому что до России не достучаться. И все, что ты хочешь донести, все, что ты имеешь полное право, например, высказаться публично, да, это воспринимается как дискредитация, фейки, ну, прочая ерунда, да. И вот Алла Борисовна уехала позавчера, а сегодня на здание Останкино. Алла, так зачем? Ну, конечно, там не зачем слово, да, жуткий мат, мы здесь замазали, вы все это видели. Ты вообще приезжала, во-первых, не перед вами, не пойми, кто там это проплачивает, Алле Борисовне оправдываться, а во-вторых, конечно, блин, все это быдло. Знаете, ребят, ну 100% это кто-то дает зеленый свет, отмашки, чтобы так вот оскорблять пожилую женщину. Это все просто неимоверно мерзко и отвратительно. Но это вот реалии России, где женщину будут смешивать с грязью только потому, что она осудила войну, а судить войну – это право каждого, и каждый здравый человек, каждый трезвый человек, каждый думающий человек, каждый умный человек должен осуждать войну. Если вы не осуждаете, значит, человек недалекий. Это мое личное мнение о всех, кто поддерживает войну. Вы отвратительны, и вы не понимаете, что вы желаете. Бойтесь своих желаний. Сегодня вы желаете войны, а завтра ваш сын, внук, брат, сват пойдет мобилизован на войну, которая никому, в первую очередь, вам не нужна. Думайте об этом. Полиция попросила возбудить, уголовное дело против Ксении Собчак, дело о фейках после интервью с режиссером-документалистом Виталием Манским. Он, значит, обвинил Никиту Михалкова, Манский, в том, что все эти фестивали в России происходящие, это элементарно отмыв денег, нереальнейших денег, да. И вот сейчас полиция отправила в Следственный комитет материалы по поводу статьи о распространении фейков про госорганы в отношении журналистки Ксении Собчак. Также выяснили, что уголовное дело о клевете в отношении режиссера-документалиста Виталия Манского уже запущено в производство. Тогда он написал, он сказал, до 85% бюджетов этих самых фестивалей это все отмывает. Ксения Собчак прокомментировала потенциальное уголовное дело в отношении нее. Значит, на допросе мне действительно задавали странные вопросы. Это цитата Собчак. Например, не договаривались ли вы заранее с Манским в составе преступной группы о том, чтобы специально задать ему вопрос, на который он даст заранее известный вам ответ про воровство на фестивале, чтобы вместе опорочить Никиту Михалкова и прочих. Я честно ответила, что вопросы с гостями заранее никогда не обсуждаю, а их ответы публикую без цензуры. Больше мне по поводу этого сказать нечего, так она написала в своем телеграм-канале. И также она уточнила, что у нее статус свидетеля по делу, но, видимо, его хотят переквалифицировать в непосредственно в уголовное дело по делу о сговоре в распространении фейков. Вообще, слышите? Я помню то время, дорогие мои, когда сначала мы смеялись над Северной Кореей, потом над Белоруссией, а вот теперь, пожалуйста, докатилось и до того, что в России сейчас сговор преступной группы, чтобы договориться о том, чтобы очернить Никиту Михайловича. Вы еще слышите абсурд? Для кого-то это абсурд, а в контексте России это самые настоящие реалии. Говорят, сын Наташи Королевой от этой девчонки-стриптизерши ждет ребенка. Значит, помните Архип и вот эта дама, как же звать ее? Мелисса Волынкина. Ух, такая еще дама, да? И говорят, она наконец от него забеременела. И сейчас они сообщают, что летом вроде они узаконили свои отношения, и вот сейчас официального подтверждения этому ничего не было, но, говорят, сейчас она понесла, и вот скоро у Королевой родится внучок или внучечка. И, знаете, конечно, мне кажется, впишется внучечка или внучок в семейство просто на все 100, потому что и мамка-стриптизерша у этой внучечки, ну и Наташа Королева с Тарзаном, такие еще, знаете, отбитые Дисней, удалили абсолютно все российские сайты и аккаунты из соцсетей. Значит, ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер удалено абсолютно все. Анимационные сериалы «Доброе утро, Микки» и короткая анимация канала были удалены полностью. Если вы переходите на Disney.ru или канал Disney.ru, вас перебрасывает непосредственно на американский сайт Disney.com. И также убрала Disney Россию из списка стран, в котором филиалы компании существуют. Уходят все. И знаете, помните, уходило в свое время H&M, IKEA и прочее, да? Все говорили, дайте время, приползут. Не приползут, дорогие мои. На данный момент уже никто никуда не приползет, к сожалению. Стас Михайлов же заявил, что не делал никаких пластических операций. Обсуждали мы эту тему в нашем последнем видео, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть. И теперь он собирается подавать в суд на клеветников, что якобы он не делал никакую пластическую операцию. Стас, я тебе еще в прошлом видео сказал, да, и, знаете, наверняка плевать, но тем не менее, да, я внесу свою щепотку мудрости от человека, который любит за всем наблюдать. Неважно, делал ты или нет, потому что всем плевать. Если ты сделал, я считаю, деньги были потрачены зря, потому что вот
итоге ничего не поменялось. Ты как был 56-летним, так ты на 56 выглядишь, а может даже выглядишь и постарше. А если у тебя действительно не было операции, то умница ты, огромная умница, потому что не делай операции, потому что они тебе не помогут. Ты каким был, таким ты, блин, и останешься, дорогой мой. Все вы видели вот этот лютый стыд, дорогие мои, значит, это был презентованный Илоном Маском Android. И вот вышло это непонятное нечто. Кто не знает, все вы видели, дорогие мои, ролики от Boston Dynamics, где роботы не просто ходят, как люди, не просто там танцуют лунную дорожку, делают паркур, кувыркаются, бегают, танцуют, что только не делают роботы от Boston Dynamics. Когда ты посмотрел вот эту вот тему, значит, утверждает. Ну, вы видите, вот этого, как в штаны на лавжи живший идет вот это вот Android. Объявили цену в 20 тысяч долларов стоить будет такая машина. Она будет вроде там что-то помогать вам по дому. Дальше они сказали, что то, что мы видим, это скелет андроида, потому что на самом деле они еще не придумали, как сделать оболочку андроида, чтобы это выглядело все эстетически красиво. Поэтому показали прототип этого самого андроида. Это, конечно, самый настоящий позор, 20 тысяч долларов за такое. Знаете, на самом деле, я бы себе купил квартиру до 20 тысяч андроида, потому что это выглядит круто, да? Ну, блин, дома в рост человека сам настоящий андроид. По мне, если вот эта вот тема будет ползать вот так вот, один шажок в 3 минуты, и будет что мне, чашку кофе держать? Серьезно, ставка под вино за 20 тысяч, не знаю, дорогие мои. И вот сейчас говорят, что в следующем году они вроде как покажут уже финальную версию, и будет это все продаваться за 20 тысяч. Мне интересно, а что с нашумевшим кибертраком от Tesla? Его вообще выпустят или нет? Или там, когда он камнем разбил? Знаете, нет. Я не хочу сейчас прямо говорить что-то жутко негативное в отношении Илона Маска. Я неимоверно обожаю человека. Я обожаю его стремление к звездам в прямом понимании этого слова. Я считаю его одним из величайших визионеров и действительно умнейшим человеком на планете. Но это не значит, что все, что делает Илон Маск, это правильно, это все в яблочко. И это всегда вот абсолютно выстрелит. В данном случае я полагаю, что человеческий фактор его никогда никто не отменял. И человек даже уровня Илона Маска может ошибаться. Вот такая вот тема. Интересно послушать ваше мнение, дорогие мои дамы и господа. Давайте пообщаемся в комментариях. Ну, конечно, сейчас все говорят про блондинку. Это фильм на Netflix о жизни, неимоверно трагичной жизни Мэрилин Монро. Нет, все знали, что ее жизнь неимоверно трагична, но то, как показан в этом фильме, это шокирует. Это просто шокирует. На самом деле, чем больше шокирует, тем больше ты понимаешь, что, скорее всего, в реальной жизни было еще, возможно, и хуже, потому что жизнь очень часто показывает, что она может быть трагичнее и ужаснее, чем наши собственные воображаемые реалии, да? Конечно, огромное количество людей раскритиковали фильм. Эмили Ратаковски непосредственно сказала, что, будучи женщиной, она сама пыталась гламуризировать собственную боль, находя в ней что-то интимное, но ей хотелось бы это изменить, поэтому она планирует смотреть «Блондинку» с чувством злости и восхищения. Цитата критиков Лос-Анджелес Таймс: «Учитывая все унижения и ужасы, которые Мэрилин Монро пережила за свои 36 лет, это облегчение, что она не увидит, какой вульгарно эксплуатирует блондинка, новоявленный продукт, не понятно какого толка развлечения. Может, уже пора прекратить позволять мизогинным мужчинам снимать авторское кино о женщинах, о которых они ничего не знают. Время, когда жила Мэрилин Монро, это была самая настоящая в Голливуде, это был просто какой-то кошмар. Женщины были, актрисы были, но практически на уровне предметов для интерьера. То есть, если, например, кадры из фильма, да, мужчина получает за роль 100 тысяч, Мэрилин Монро получает за роль, то есть она звезда кино, она получает 5 тысяч долларов в неделю. И вы знаете, оглядываясь на воспоминания, я очень люблю Голливуд 30-х. Ну, Мэрилин Монро — это уже, конечно, не 30-е, но тем не менее. Я люблю золотую эру Голливуда, я люблю время, когда снималась Мэрилин. Вы знаете, это известные факты, да, когда в том же «Волшебник страны Оз», классика Голливуда, да, что только с ней не делали, чтобы она оставалась худенькой, маленькой, какие только препараты им не давали, то есть там было безумие. Все, что нужно было выжить из женщины, это правильную роль, правильный вид, правильная форма, правильное это. И да, жизнь была такая. И я считаю, что фильм изумительно правильно показан. Он показал жизнь голливудских звезд того времени. А вот эти все сейчас возмутившиеся, вот это движение Me Too, которое на самом деле ушло уже на нет. Оно ушло в ноль, дорогие мои, движение Me Too. Не хватило, вот запал, вот посадили Харви Вайнштейна, летело пару еще голливудским звездам, и все. Запал затух. И все.
Где вот эта женская солидарность? Знаете, для меня вот эти вот последнего толка движения, они правильны, потому что я считаю, что и женщины, и цветные, и представители меньшинств, они должны быть уравнены в правах. Но вот с каким запалом это дается, и это начинает модифицировать нашу с вами реальность, когда мы начинаем жить в мире, где фея, я не знаю, в Золушке, это чернокожий мужчина, нетрадиционная ориентация. Для меня лично, как представитель нетрадиционной ориентации, это уже, ну, блин, ребят, мне это как гей, вот, не намоталось. Да? Дайте мне красивую сказку. А жизнь Мэрилин Монро была трагична, была ужасна. И не Эмили Ратаковски сидеть. Hello? Oh, yeah, sure. One second. I'll go downstairs. I'll meet you right now. Thank you so much. Курьер, блин. Сейчас приду. В любом случае, пришел курьер, и вот такая вот тема. Все, что мне хотелось сказать по поводу вот этих непонятных феминистических движений. Вот, нельзя вспоминать Мэрилин Монро, а как вспоминать? Такая у нее была жизнь. В любом случае, интересно послушать, кто смотрел это кино, тяжелейшее кино. Одна из тяжелейших драм, которую я видел в последнее время, мы ее уже обсуждали, но сегодня был такой апдейтик. Давайте пообщаемся в комментариях, очень интересно послушать ваше мнение. Дорогие мои спитики, все вы знаете, на этом канале мы всегда поддерживаем бездомных животных. Мы адвокаты братьев наших меньших. Поэтому постоянно повторю, напоминаю, чтобы это было у всех в подкорке. Видите бездомного собаку или кота, накормите, усыновите. Сделайте что-то доброе. Потому что если вы будете любить домашних животных, это значит, что вот не умерло еще в вас что-то светлое и доброе, и вы остались человеком. Я вас обожаю, сплетники, за то, что доказываете всему миру каждый божий день, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот все сплетни, вот все новости на сегодня. Спасибо огромное абсолютно всем за подписки, за пальцы вверх, за комментарии. Огромное лично благодарен всем спонсорам канала, дорогие мои спонсоры. С вашей помощью жизнь действительно становится легче, и мы в состоянии выпускать видео каждый божий день. Спасибо всем за внимание, увидимся обязательно завтра. Всем пока.